Всем привет! Вчера были в гостях у Алмы и Роджера вечером. Вчера было 7 января. И они нам дали такие небольшие подарочки. Эти мы еще не открывали. Открытка. А это, сказали открыть там, открыли. Это передала ее дочь нам в подарок. Она у нее вообще доктор, но рисует. И она со своего рисунка сделала ксерокопию, вставила в рамку. Это находится вот такая, стучать в дверь на двери собора. Ну, большая церковь, собор. И кто постучит, путник, его пускали, и он оказывался уже под защитой, и ему ничего не угрожало. В общем, такой смысл, что мы тоже теперь под защитой и что у нас все будет хорошо. Так что вот так. Сейчас открою подарочки, посмотрю, что там внутри. Это подписано для Оли. Это грелка в виде черепашки. Да, такая грелка. Ну да, пригодится. Так, это написано Марина. Ну, это такой мешочек для хранения, наверное, чего-то. Написано «Ручная работа, сделана в Шотландии». Ну, такие маленькие подарочки. Нам очень приятно. И вот такие красивые желтые тюльпаны. Это нам принесла подруга Алмы, тоже вчера у них была в гостях. У них в Англии принято на Рождество дарить живые цветы. Ну вот она нам тоже принесла такой букетик. Вот такие подарочки у нас небольшие. Спасибо им огромное за внимание. Очень хорошие люди. И кто не знает, Алма — это наш спонсор. Обычно, когда к ним идем в гости, я что-нибудь готовлю, какие-нибудь блюда. Вчера сделала салат сель под шубой и блинчики с грибами, сыром и курицей. Ну, в общем, все им понравилось, все съели. Так что вот так. Англичане вчера пробовали первый раз салат сель под шубой. Ну и как обычно, небольшая закупка продуктов по акции. Это говядина 700 грамм, 1 фунт. Это свиные сосиски 50 пенсов, 667 грамм. Это хлеб чиабатта 10 пенсов. Это моцарелла мягкая 10 пенсов. Рикотта 10 пенсов. Это творог такой зернистый 10 пенсов. И грибы 0,5 килограмма 10 пенсов. И паштет, куриный паштет с малиновым джемом 20 пенсов. Вот такая закупка продуктов на 2 фунта 20 пенсов. В гривнах это 105 гривен. Всем огромное спасибо за просмотры и всем пока!